Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я, Саша Юлин, покажу вам, как сделать идеальное круглое отверстие в скорлупе яйца. Итак, приступим. Шкурка номер 100. Это у меня подставочка, просто для удобства, можно на столе. Берем наше с вами яйцо и начинаем вот так вот шоркать. Ну, можно острой стороной, допустим, она крепче. Начинаем шоркать по наждачной бумаге. Что из этого получится, мы скоро увидим. Пока белое пятно. Шоркаем дальше. Пальцы должны находиться в одном положении на яйце, чтобы мы попадали всегда в наше пятно. Смотрите, что получилось. Уже по центру такое какое-то более темное пятно. Шоркаем дальше. Смотрим. Еще больше. Ну, а мы шоркаем дальше. Обратите внимание, яйцо уже там осталась тоненькая пленочка, но она не рвется. Она загибается внутрь, и наждачка ее совершенно не трогает. Смотрите. Видите, как получается? То есть содержимое яйца у нас не касалось еще нашей с вами нестерильной наждачки. Смотрите, что получается. Вот, достаточно. Значит, откладываем нашу с вами наждачку. Вот, а теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем, переворачиваем наше яйцо вот этим вот местом вниз и протыкаем его с помощью трубки для коктейля. То есть, наоборот, надо вот этой вот стороной. И что мы делаем? В трубку выдуваем. Благодаря вот этому моему изобретению не нужно нам делать вторую дырку. Потому что обычно, когда яйцо протыкают и хотят содержимое из него вытащить, то делают две дырочки. Смотрите, наше яйцо с дыркой, без содержимого. Содержимое, конечно, я использую для приготовления прекрасной яичницы. А мы что делаем? А мы доделываем наше отверстие до нужного размера. То есть можно еще вот так вот подтащить. Нажимать сильно нельзя, потому что яйцо может лопнуть. Вот. Значит, точим. Точим и смотрим, что получается. Вот. Дальше точим. Наждачная бумажка нужна номер 100. Оптимальный проверенный вариант. Любого размера отверстия можно получить. Если у вас есть, скажем так, время свободное и усидчивость, то мы можем доточить до половины нашего яйца. Ну вот оно, получается круглое отверстие. Когда вы уже закончили, мы пинцетиком берем, аккуратненько обрываем оболочку внутреннюю. Вот так вот красиво. Вот. И вот, задача решена. У нас с вами отверстие. Ну, недостаточно оно круглое, но, в общем-то, смысл понятен. Спасибо за внимание, ставим лайки. С вами был Саша Юлин с серией про то, как сделать невозможное. До свидания.